Скорей бы показать Квиллу апгрейд наших орудий. Вижу, ты нашел мое криминальное досье. Да, извини, не удержался. То есть, это ж твое досье. Да-да, это я. Обаятельный предводитель Стражей Галактики. Гамора, я только посмотреть. Расслабься. Я тебя пощажу. На сей раз. Ну, что ж, хорошо. Питер, нам нужно... Гамора, привет. Как думаешь, какая теперь после контракции будет самая горячая планета для развлечений? Я есть Грут. Астероид? Да уж. Надеюсь, что это не бомба. Эй, не трогай! Повернешь не туда! Серьезно? Вот ты легковерный. Да не рванет он. Ну, ядро у него правда зверски нестабильное. И может прожечь дыру в полу, если какой-то идиот вздумает его разобрать. Но он, считай, безвреден. Будь у нас хоть капля ума, мы бы этих кретинов-церковников за милю обходили. Я есть Грут. Я не трус, я здравомыслящий. Стоп! Ты что, теперь на стороне зеленых? Здесь сказано, что 14 лет назад коллекционер заявил о краже Грута. Что тебе нужно? О, привет! Ракета, Грут! Чё, как?